Yeah, ay, yeah, ay. Долго ждали болельщики этот матч, и вот он, этот день настал. Финал на ваших экранах, в прямом эфире, и смотреть его, а также комментировать будут для вас сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Что-то подсказывает мне, что матч получится отличным, Константин. Действительно, долгий путь проделали команды к этому матчу. Путь получился разным, но это путь к финалу, к трофею. И тут уже такой момент, когда дорога сужается настолько, что по этой дороге может пройти только один клуб. 90 минут как минимум мы ждем хорошего футбола, яркого футбола. Ну и пусть победит самый достойный. Команда играет сегодня вот в таком составе. Голкипер Уго Льорис. В защите Рафаэль Варан сыграет с Америком Лапортом. Н'Голо Канте с первых минут играет с Полем Погба в центре полузащиты. И впереди Антуан Гризман играет вместе с Мбаппе. Мяч вперед идет к чужим воротам. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. Тащит мяч Де Хеа, а как он хорошо через перекладину перевел этот мяч. Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепный. Великолепный удар. Но и вратарь ведь не просто так зарплату получает. Мяч летит в центр штрафной. И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Через пас угловой разыграли. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Лапорт. Н'Голо Канте. Коман. Обратный пас. Очень быстро сыграл. Иско. Тьяго. Тьяго не смог у себя мяч удержать. Есть фаворит в этом матче или нет? Финал — штука абсолютно непредсказуема. Тут большую роль играет психология. Как общекомандная, так и настрой каждого отдельно взятого футболиста. Набиль Фекир. Гризман. Мбаппе. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Это офсайд, атака закончена. И теряют они мяч. Иско. Тьяго. Даниэль Муньос. И что дальше тут будет? Мяч в центр штрафной летит. Перекладина! Гол! Просто невероятно! Ты видел это, Константин? Да, ты посмотри, как они радуются. Они выходят вперед в этом решающем матче. И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще. Этот гол может оказаться переломным. Тренер воодушевлена выходом команды вперед. Теперь нужно сохранить это преимущество. Смогла сборная Испании выйти вперед в этом матче. Кингсли Коман. Французы атакуют флангом, и можно убежать в свободную зону. Не дает он мячу здесь обосноваться. Иско. Пике. Родри. Не получилось у них мяч удержать. Кир. Опасно тут может получиться. Вы знаете, есть такая опция — тренировка удара.
Французы атакуют флангом, и можно убежать в свободную зону. Навес напрашивается. Нет, не дошел этот пас до адреса. Кингсли Коман. И пас обратно. Скучновато. Надо забивать и сравнивать счет. Хорошо, вратарь играет. И решили разыграть побыстрее угловой. И игрок смещается в центр. Рафаэль Варан. Слабый удар головой, если это вообще можно назвать удар. Ну, такие удары для этого вратаря, как говорится, семечки. Ничего сопернику не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. Было нарушение, но судья игру не остановил, и мяч у Франции. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Набиль Фекир. Н'Голо Канте. Кингсли Коман. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Вратарь в игре, выбивает мяч в поле. Блестящую технику демонстрирует. Гризман, будет гол! И как играет Дехе? Думаю, никто не будет спорить, если назвать его лучшим голкипером в мире на данный момент. Что он в очередной раз доказывает своим спасением? Ну, нормальная ситуация. Правильно отработал арбитр. Отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде судья. Он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод и лишь потом показал карточку. Гризман. Французы с мячом, и они могут продолжать атаку. Здорово сыграла защита, не прошел этот удар. Теряют они мяч. Антуан Гризман. Вновь надо выполнять подачу с угла поля. Он подает в центр штрафной. Н'Голо Канте. Удар. Родри. Тиаго Алькантара. Сборная Испании в атаке. И как он дальше мячом распорядится? Поддерживает он атаку с фланга. Иско! И не точно. Рядом со штангой проходит мяч. Французы атакуют флангом, и можно убежать в свободную зону. Подавай! Очень надежно в защите сыграно. 3 минуты будет добавлено. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Поль Погба. Не получилось у атаки ничего. Защита молодцом. Поль Погба. В атаку идут французы. И пойдет он дальше сейчас. Перекладина. Заканчивается первый тайм 1-0. Позади первый тайм команда... Мы смотрим финал Кубка, в котором только что начался второй тайм. Команды уже начали игру, и чем ближе к развязке, тем будет интереснее. Давайте смотреть. Очередной точный пас в его исполнении. Опасно тут может получиться.
Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Алекс Гримальдо. Тьяго. Отдает он мяч партнеру. По грани фола сыграно, но нарушений нет. Значит, было верное решение. Поль Погба. Н'Голо Канте. В пас он умеет играть. И сегодня очень хорошо это делает. Коман. Хорошо разыграно. Навешивать надо. Канте. Защитник. Сейчас надо сравнивать. Справляется с ударом Дехеа. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Можно бить. Фекир. Мог бы получиться отменный гол, но вратарь на месте. В центр штрафной мяч с углового летит. Но вот чуть-чуть поточнее бы сыграли, и по-другому могла эта атака закончиться. Потерян мяч, не смогли из-под прессинга выйти. Набиль Фекир. Поль Погба. Поль Погба с мячом. И все прагнут. Да, все усилия, вся эта атака, весь этот момент старались, создавали что-то, и все теперь можно умножить на ноль. Не забивает игрок, и, к сожалению, его команда продолжает проигрывать. Иско. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Тьяго Алькантара. Удар! Юрист на месте, ворота спасены, и особых усилий прикладывать ему не пришлось. Легенький такой мяч. Пошли последние полчаса игры. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Не смог он удержать мяч в поле под прессингом. Им позарез нужно забить, так что эта тактическая замена абсолютно оправдана. Иско. Жерар Пике. Играют они в пас. Может тут навес получиться. Задел мяч игрока и будет угловой. Идет мяч в штрафную. Казалось бы, уверенно команда продвигалась к воротам соперника, но в результате потери мяча. Родри. Ходит мяч у них. Через одного игрока атака сейчас развивается. Как здорово защитник сыграл сейчас. Антуан Гризман. Дембеле. Французы атакуют флангом, и можно убежать в свободную зону. Могут навесить хозяева. Еще чуть-чуть, и был бы гол. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Потеря мяча закончилась для них. Попытка контратаки. Товен. Вперед он тащит мяч. Алекс Гримальдо. Получится у них контратака здесь. Потерян мяч и захлебнулась на этом контратака. Флориан Товен. В атаку идут французы. Блестящий он с умом он мяч отдает. Великолепен защитник сейчас спас команду он этим действием. Канте оставил свою команду без мяча. Иско с мячом. Дает судья играть и можно навесить. Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. Удержать победный счет или его увеличить. Тут разные могут быть тактические варианты, в том числе и замена. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную.
Разминка для вратаря. Намертво ловит он мяч. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Нголо Канте. Хорошо сейчас работает с мячом команда. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Пошли последние 10 минут игры. Игра на 3 исхода, я бы сказал. Не удивлюсь любому результату. И решился он на удар издали. Сильный удар получился, но пошел он совсем мимо ворот. Чуть поточнее, и такой удар был бы крайне опасным для вратаря. Это был удар с очень далекой дистанции. Мяч пролетел выше ворот. Правильно, надо бить издали, чуть-чуть поточнее. Поль Погба. Флориан Товен. Поль Погба. Пас на Антуана Гризмана. Да ну, это совсем никуда не годится. Флориан Товен. Мяч у Погба. Ай да пас выполняет Поль Погба. Подает Дембеле. Ох, какой мяч мог сейчас залететь в ворота, но мимо этот удар пришелся. Классная атака получилась, если бы точность не подвела в завершении. Он не попал в створ. Иско. Морат. Эмерик Ляпорт. Ляпорт. Судья добавляет 3 минуты. Нголо Канте. Флориан Товен. Поль Погба. Шанс-то был хороший, а? Согласитесь, обидно такое загубить в последний момент. Даниэль Муньос. Морат. Алекс Гримальди. Уверен, он сыграл сейчас. Ну что же, сегодняшний день войдет в историю этой команды и этого клуба. Чемпионы. Они теперь чемпионы одной из ведущих лиг мира. Мы с удовольствием поздравляем команду и ее болельщиков. Это незабываемый момент для них. И сейчас на стадионе настоящее единение футболистов и их поклонников. Награждение начинается, игроки готовы получить трофей. Да, сейчас официальные лица будут вручать кубок. Подходит команда к трибунам вместе с завоеванным трофеем. Радость сейчас запредельная на трибунах. Как же они долго ждали этого момента.